Вот здесь уже, как это сказать, вошли в азарт, да? Вы представляете, нам пришлось даже посмотреть в интернете, как называется по-русски, как называют это Таро. Босх Таро. А мы-то здесь в Германии читаем Бош. Что это? Директор фирмы Бош сделал. Да. Понимаешь, очень многое зависит от того, кто первый раз... Какой переводчик первый раз до этого дотронулся. В честь того, кто Таро придумал, естественно. Кушай шоколадочку. Ты меня поддабриваешь, да? Да. Линд. А, ты хочешь, чтобы я сейчас на камеру опять поела? Да. И чтобы у меня под этим видео было 12 тысяч просмотров, как под другим. Кстати, так и не успокоились. Это, кстати, дополь шоколад. Двойной шоколад. Двойной шоколад, отлично. Слушай, я говорю, так и не успокоились эти хейтеры. Да. Я уже и забыть забыла, понимаешь? Я там еще вчера, я же стараюсь комментарии обрабатывать, потому что уже сформировалась, скажем так, зрители уже такие сформировались на канале, там задают, покажи то, покажи это. И когда у меня выходят в настройках вот эти вот сообщения, я же сразу на это реагирую. Галочка, у тебя коллега сегодня бомбическая, ты выглядишь прям как королева морговня. Спасибо большое, как всегда распаковываем. Это мне сегодня моя дочь на меня надела и сказала «Шикис леди». Так это ты продаешь такое? Да, они у меня продаются. Ну, смотри, ты прям как звезда. И это бижутерия, представляешь, на ткани с черной ниткой. Знаешь, вот казалось бы, самый обычный пуловер, да? Mm-hmm. Самый обычный. Ну, королева. А знаешь, что мне хочется? Мне хочется на какое-то летнее платье это пришить. Либо сделать это на кнопках. Вот знаешь, когда... Так, мы сейчас о чем, Инна? Ну, надо обо всем. Люди зайдут в этот, посмотрят. То, что в глаза бросается, о том я и говорю. Люди зайдут, посмотрят обзор карты, скажут, и опять напишут так, как под этим видео, где 12 тысяч просмотров. Съешь конфетку и успокоишь. Что это? Не буду я есть на камеру. А, мне кажется, рубашка уже понравится тебе. Угу. Ой, а она черная. Ага. Здесь не собачка. Здесь дьяволенок, бесенок. Мне, кстати, нравится, что черная каемочка. Они такие яркие. Это тянет к черненькому, да? Эль Маго. Маг. Жрица. Книга на голове. Знаешь, сколько мудрости в ней. Императрица. Императрица держит голубку в руках. Красивые карты, яркие. Вот, я только хотела тебе сказать. Твоя колода, потому что ты любишь такие вот. Красиво. Император. Ла папа. Сейчас начну уже на итальянском говорить. Старший аркан влюбленная. Так, где? Где третья? Как в предыдущей колоде. В мечтах. С поднятой юбкой. Колесница. Посмотри, собаки, рыба. Интересно. Тут, в этих картах очень много смысла. Очень много. Здесь можно на них смотреть. На них, в них. Хэммит, отшельник. Колесо фортуны. Интересно. Псыки здесь чудовища. Сила. Первый раз в жизни вижу колоду, где на карте сила, нет льва, нет нежной, красивой девушки, а мужчина, посмотри. Вот так. И руки в рот этому чудовищу положил и держит. Интересно. Повешенный. Он здесь повешенный вообще. Интересно, как смотри. Как интересно, да. Очень интересно тут. В колесе прям. Тут, мне кажется, когда девчонки будут делать, расклады свои, да, вот девочки-практики, которые смотрят меня, которые заказывают, потому что мы продаем только атрибутику, мы не гадаем на канале, не делаем никакие обряды, не магичим. Нет, у нас просто находимся мы в таком городе, понимаете, в котором просто, наверное, грех не продавать ведьм, потому что это город ведьм. Дьявол. А здесь кого дьявол на цепях держит? Мама. А, да.
Башня. Стелла. Звезда. Ой, сколько здесь звезд. Посмотри, сколько здесь звезд. Очень интересно. Ты, может, тоже кушать хочешь, Галочка? Солнце. Старший аркан солнца. Суд. Луна. Ты знаешь, девчонки, кто меня смотрит, практики, напишите, пожалуйста, у кого уже была в руках эта колода. Кто с этой колодой работает? Колода очень интересная. Это 100% колода не для новичков, потому что вот смотришь на карты, и ну, очень-очень много смысла в ней. Видишь, стихия вода, кубковая королева, стихии не всегда совпадают. Да? Мы уже на эту тему дискутировали, насколько это связано. Таро, нумерология, все эти вещи между собой, какие нужно учитывать, восьмерочка пентаклей, вещи. Но я скажу так, это, слушай, десятка пентаклей, а он не из Гослера случайно сбежал. То же самое в Гослере на фасаде дом гильдии, на площади, да, считалось, что если откроешь свой бизнес в Гослере, то будешь вот так. Посмотрите. Все, мы назовем эту колоду колода Гослера. Ты представляешь, как же такое может быть? Мне знаешь, что интересно? Пентаклевая королева. Угу. Держит свой пентакль в руках. Так, ищу. Подожди. Как же здесь двойка кубков выглядит? Мне просто интересно. Пентакли пошли. Так, нам нужна двойка кубков. Любовь. Как она здесь выглядит? Четверка кубков. А вот это двойка кубков. Ага. Рыбку ловим. Так, а тройка мечей. Мне очень интересно будет под этим видео, что напишут практики. Напишите, пожалуйста. Мне вот действительно интересно. Колода очень красивая, благородная. Колода не простая. Жезловая королева. А котик где? Котик, наверное, спрятался за мантией. Тройка мечей. Смотрю, даже самой не верится, знаешь? Четверка мечей, пятерка, шестерка. Вылупился из яйца, а там мечи. Обманы, манипуляции, измены, интриги, коварство, воровство. По дате рождения можно посчитать по арканам, да, с чем пришел человек в этот мир. К сожалению, приходится часто встречаться с такими, у которых семерка мечей, эта карта их просто по жизни, королева мечевая. Красотка. Просто красотка. А какие у тебя ощущения, когда ты на эту колоду смотришь? Скажут, вот это сделала обзор. Я просто колода очень интересная, но эта колода не для новичков. Если бы я сравнила колоду ту, которую перед этим показывали, да? Это больше такая светлая, зеленая, голубого цвета очень много. Здесь доминируют такие химеры, как у нас говорят в Украине. То, что мы сейчас показываем здесь, это карты Ла Скарабео, Италия. Красиво. Кстати, вот на всех колодах видно все равно итальянский стиль, да, вот как они любят золото, как они любят вот эти вот все, как это, помоги мне, пожалуйста, барокко, да. Я тоже хотела сказать барокко, шнёколь вот этот они любят, но здесь очень интересно. Мне кажется, что, ну, я надеюсь, по крайней мере, что эта колода не останется без внимания,
нас смотрит такое количество ведьмочек. Ведьмочки, отзовитесь, кто на этой колоде работает, в каких раскладах вы это применяете. Просто мне будет поглубже копнуть. Было бы мне лично очень интересно. Какие у тебя ощущения, когда ты эту колоду видишь? Ну, мне нравится. Но она мудрёная, да? Вот тут, яркая, тут, красивая. Тут очень интересно. Много... Для меня, например, эта колода интереснее, чем та перед этим. Да? Та для меня скучная какая-то. А мне наоборот, та вот как добрая. Ну, наверное, но это мне как-то поинтереснее. Ну, потому что ты... сказать. Вот это сказала. Меня на черненькое не тянет. Нет, ты человек интеллектуальный, понимаешь? А здесь столько ребусов. Здесь смотришь, видишь такие нюансы. А это же тоже к какой-то колоде обратился, да? Все это играет роль. Ну, меня притягивает еще эта яркость, цвет этот. И золото 100%, да? Потому что там было больше синего, голубого. А здесь все-таки цвет как-то вот интересно даже для глаза. Плюс картинки интересные такие, загадочные. У меня какие-то ощущения, черная какая-то колода. Ну, может быть, я не знаю. Но опять-таки, каждому свое, да? То есть... Я-то не понимаю, в этом не профи, я только на картинки смотрю. Посмотрите, какая восьмерка мечей. Карта ограничений, видишь, стоит. Мало того, что стоит на островке, да еще и... Кто-то пишет: «Доброе утро, Галина». Я в этот момент так думаю: утро? У кого-то утро. Какие вы молодцы. Посмотри, какая у нас география на нашем канале, правда? А представляешь, еще когда-нибудь вот такое сделать, что поехал по всем вот... Даже можно полмира объездить. Если просто взять, вот прикинуть, что люди смотрят от Америки до Якутии. Приходит сообщение пару недель назад: в Америку отправляете с радостью. Вот мы наконец-то скоро в Лондон отправим. Так, молодое поколение сплавили. Вот просто просьба к тем, кто сейчас смотрит. Потому что ощущение самое разное от этой колоды. Мне кажется, из 2500 подписчиков, я думаю, найдутся те, кто... эту колоду в руках держал, кто с этой колодой работает. Лично мне интересно, в каких ситуациях выбираете вы именно эту колоду, в какой ситуации вы считаете, что вам нужна именно она. Очень мудреная. Это очень мудреная колода. Я больше чем уверена, что эта колода не для... Ну, в принципе, говорят, новички должны начинать с классики, да? Но это такая... Даже не назовешь вот как-то просто карты. Они как-то вот даже по-разному, знаете, смотрят на тебя. Что у нас осталось? У нас еще осталась африканская, таро ведьмочек. Вот, кстати, интересно открыть. Но мы, наверное, сегодня уже не успеем, да? Откроем. Уже время. Уже время. Завтра воскресенье. Вставать никому никуда не надо. Красивая колода. У меня нет плохих ощущений. Нет, ну второй это ж ничего там плохого нет. Вот здесь вообще десятка пентаклей. Достаток, семья. То, о чем люди, в принципе, мечтают, понимаешь? А здесь они так это сделали. Я хочу просто как можно больше карт показать. Для тех, кто еще не может определиться, брать колоду, либо не брать, но мне почему-то кажется, я вот только не могу сказать, она осталась одна, либо у меня их две. В любом случае, пишите, буду рада. Украина, кому нужны оригинальные карты Ласкарабео, стоимость такой колоды 20 евро, пожалуйста, пишите. Я знаю, что в Украине достаточно своих карт, но что я заметила, когда ты берешь, как они-то говорят, репродукцию, подделку, рисунки нечеткие, рисунки размытые. Какой тогда толк от того, что там на русском языке подписаны арканы? Я тогда никакого толка не вижу. Потому что те, кто такие колоды берут, они все равно... им не нужен перевод. А есть еще и такие, которые вообще без света. Карты в руки берут и рассказывают. Представляете, какая сила у людей.
Скоробей. Ты помнишь этот фильм? Вот Ла Скарабео, да? Это Скоробей. Ты помнишь этот фильм «Мумия»? Помнишь? Все смотрели, мне кажется. Смотрю на этого Ла Скарабео, на Скоробея, и это вспоминаю. Это был краткий, очень краткий, я бы даже сказала, обзор колоды Таро. Молодцы итальянцы, хорошо постарались. 22 старших аркана, 56 младших. Красиво написано тоже. Всех целую и обнимаю. Пока.